Друзья мои, хочу продолжить тему по разгрому Хромтау. Вот летом поставили вот такие вот красивые скамейки и урны. Что происходит к концу года? Полный, как говорится, разгром. Какие-то нехорошие люди в ночное время. Вот магазин. Вот здесь вот находится ночной, кстати, магазин. Олимпийский и Жанель. Они работают в ночное время. И вот, смотрите, друзья мои, что происходит здесь. Полный разгром. Вот были такие урны. Посмотрите, что с ними случилось. Вот этот район. Район неблагополучный, так как здесь работает вот этот олимпийский магазин. Он работает в ночное время. Контингент здесь не очень. Не айс, друзья мои. И вот, пожалуйста, смотрите. Душа болит и сердце плачет. Во что превратилась аллея осени? Вся наша красота. Все сейчас вот в таком вот состоянии упадническом. Посмотрите. Посмотрите, друзья мои. Это сколько надо ненависти иметь. Сколько вот такой дурнины, дурной силы, которая вот так вот выворачивает. Посмотрите. Посмотрите. Это что сделали? Это просто прыгали, топтали. Топтали вот эту всю красоту, которая создавалась. Друзья мои, как вам это? Что это такое? Посмотрите. Жалкое зрелище. И это только еще сегодня, 2 ноября. Друзья мои, а что будет у нас к весне, за зиму? Во что превратятся наши красивые скамейки? Их уже большинство ломают. Смотрите, смотрите, друзья мои. Вот так вот все громят, все ломают. Во что превращают красоту нашей аллеи? Мне кажется, друзья мои, все эти урны и скамейки не доживут до весны. Конечно, я буду снимать и весной буду это снимать, во что это превратилось. Но уже смотреть на это просто невозможно. Смотрите, друзья мои. Вот, все ломают, все приводит в негодность. Вот в такое состояние приходит наша красота. Что вы думаете по этому поводу? Советуйте, друзья, что делать? Как быть? Пишите мне, друзья мои, советуйте. Подписывайтесь на мой канал, будьте со мной. Будут еще видео. Я с вами прощаюсь на такой грустной теме. Очень грустно видеть вот такую вот ситуацию. Так что, дорогие мои друзья, настроение не айс, погода не айс. Всем пока-пока.